Сегодня рассмотрим быстрый эффектный дизайн с камефубиками. Покрываем ногти цветом. Я выбрала сиренево-малиновый 0,27 и темно-синий 0,56 от Lovely. Также нам понадобятся камефубики. Немножечко отсыпаю себе в стороночку. Камефубики из трех цветов. Голубой, малиновый и белый. И также нам понадобится шайн. Это фольгированные гели от Lovely. И также нам понадобится кисточка. Вот такая для амбры. Ну, так, можно выполнять это любой другой широкой кистью. Но советую выбрать амбры для растушевки наших блесток. Для синего цвета я использую Shine 07. Выкладываем небольшое количество материала у кутикулы. И распределяем максимально близко. Наносим покрытие под кутикулу. Ширина нашего шайна зависит от длины наших ногтей. То есть, если мы хотим растушевочку блестками сделать побольше, полоску плотного цвета мы делаем также больше. Если ноготь небольшой, то, соответственно, растушевочка у нас будет небольшая. Нанесли шайн и встык наносим топ с липким слоем, в данном случае у меня, но любой прозрачный материал, с которым можно будет растушевать наши блестки. Небольшое количество нанесли и растушевываем. И сводим блестки на нет. Отправляем сушиться в лампу и то же самое делаем с шайном 0.11, это яркий розовый. Также просушиваем его и переходим к креплению камефубиков. Утапливаем блестки в базе, тонким слоем покрываем ноготь базой и распределяем камефубики по ногтю. В зоне кутикулы, там где блестки шайна гуще, там и выкладка наших камефубиков будет гуще. Размер побольше, лежат поплотнее у кутикулы. И к свободному краю уже работаю маленькими кружочками и сводим на нет. Создаем эффект растушевки. Далее топом с липким слоем перекрываем и выполняем выравнивание. То есть хорошо запечатываем наши блесточки. Блесточки крупные, мы их должны хорошо перекрыть, чтобы нигде они не выпирали. Если где-то чувствуем выпирание, мы можем подпилить, после чего перекрываем топом без липкого слоя. И наш дизайн готов. Вот такой быстрый эффектный дизайн у нас получился. Сейчас блестки очень в моде. А к Новому году, я думаю, что такой дизайн будет очень актуальным. Спасибо за внимание. До новых встреч!